Всем привет! Сегодня буду готовить очень вкусные булочки. Булочки такие получаются мягкие, вкусные. Самый простой рецепт, который всегда у меня получается. Итак, нам понадобится 600 грамм муки, полстакана сахара, 2 яйца для теста, 1 яйцо для смазки, 1,5 столовых ложек дрожжей, это 10 грамм, сахар ванилин, добавляем по желанию. Щепотку соли, растопленное сливочное масло 100 грамм или маргарин, молоко теплое 1,5 стакан. Ну и для начинки сахар и сливочное масло. Можно, конечно, любую начинку. Так, берем большую миску, вливаем сюда наше молоко, сюда же дрожжи. Все это хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы наши дрожжи начали работать. Так, прошло 15 минут, дрожжи у меня набухли. Теперь я сюда добавляю яйца, сахар, щепотки соли. Все это хорошо перемешиваю. Теперь сюда же добавляем примерно 4 столовых ложек муки. Вот так перемешиваем. И теперь буду добавлять постепенно оставшуюся муку. Ванилин буду добавлять. Так и забыла про него вообще. Правда, можно и не добавлять. Ванилин. Ну, и так постепенно добавляем муку. Сколько возьмет. Ну вот, тесто у меня готово. Вымешивала примерно где-то 7-8 минут. Тесто такое мягкое, вообще не прилипает к рукам. Так, далее мы берем нашу миску, смазываем немного с растительным маслом. Вот так. Отправляем наше тесто сюда. Сверху тоже смазываем. Вот так примерно. Ну, все достаточно. Накрываем с полотенчиком. И убираем примерно на час. Итак, тесто у нас поднялось. Теперь нужно рабочее место смазать с растительным маслом. Тесто выкладываем. Тесто разделяем на две части. Одну часть отправляем обратно. Пусть пока полежит. Тесто я раскатала. Теперь я буду смазывать сливочным маслом. Можно взять любую начинку. У меня сливочное масло. Вот таким способом. Далее берем сахар и сыпем по вкусу. Вот таким способом. Достаточно.
Вот и мои булочки. Булочки мне выпекались ровно 25 минут в духовке. Как видите, они у меня получились очень красивыми, румяными. 4 штуки мы уже съели. Всего вышло 15 штук. Давайте вместе попробуем. Ну, как, то есть покажу вам. Смотрите, такие мягкие, как пух. Они еще у меня теплые. Такие, смотрите. Такие булочки очень вкусно с чаем, с кофе или просто с молоком, как любит моя дочь. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, делитесь с друзьями и до новых встреч. Пока!